30 специалистов получили работу на Петрозаводской станции скорой медицинской помощи с начала этого года. Сейчас средняя нагрузка на бригаду за смену 7,5 выездов. 18 сентября общее количество выездов за смену составило 260. Это сопоставимо со средним количеством за лето – 250. Добавим, что в больнице скорой медицинской помощи продолжается так называемая итальянская забастовка. Это форма протеста, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности. Медики начали итальянскую забастовку 15 сентября. Одно из требований забастовщиков – укомплектование службы скорой медицинской помощи кадрами.